И один из самых дорогих моих результатов – это мой ребенок. А младший ребенок родился здоровеньким, было все хорошо. В 5 месяцев случился инсульт. Простите, волнуюсь. В результате на сегодняшний день, да, у нас стоит диагноз детский церебральный паралич, да, есть какие-то физические недочеты, да, ребенок устает или каким-то образом больше отдыхает, чем обычные детки. Но на сегодняшний день, благодаря продукции Тинши, он ходит в обычный детский садик, он обучается по обычной программе «Пролеска». Он разговаривает нормально, он думает нормально, он живет как обычный малыш, без инвалидной коляски, без памперсов, без маминых психозов. То есть сегодня мы уже тренируемся в детской и юношеской спортивной школе «Вольная борьба». Это старший, и область айкидо – это младший. То есть он выносит 2 часа нормальной стандартной тренировки, как взрослые мужчины. Это все на продукции Сяньши. До сих пор эта продукция применяется. До сих пор она любима всеми, особенно ребенком. Не всегда знает название продуктов, но просыпается и говорит: «Хочу рыбку, мама, хочу кальций». А бывает иногда такое, когда просто берет банку и ест. А потом мама через 2 дня обнаруживает, что банка пустая. Поэтому на сегодняшний день я рекомендую всем пользоваться продукцией. Да, есть нюансы, когда медицина нужна. Но в большинстве случаев медицина, к сожалению, бессильна. А вот ты говорила, что вот не было возможности родить, потом применяли продукцию и успешно все произошло. Как долго применяла продукцию? Была достаточно серьезная программа. Я ее как не очень человек, который слушает людей, которые рекомендуют. Поэтому все, что было расписано на 3 месяца, я съела за 1 месяц. Соответственно, в конце месяца программы я родила. То есть я забеременела, да. И через 9 месяцев результат продукции корпорации Тинши был уже у меня на руках. Отлично. Спасибо большое. Это было очень полезно. Спасибо. Пожалуйста.